С докладом выступил начальник УВД по городу Сочи Василий Умнов. Он отметил, что в результате принятых организационных и практических мер значительно улучшилась криминогенная ситуация и возрос уровень доверия населения к полиции. На территории Сочи отмечено снижение уровня тяжких и особо тяжких преступлений против личности, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, квартирных краж. Количество угонов автомобилей уменьшилось вообще на 39%. Выявлено более 400 преступлений экономической направленности, возмещен причиненный ими ущерб более чем на 386 миллионов рублей. В целом деятельность сочинского УВД в минувшем году признана удовлетворительной.